Почти месяц российская сборная по велоспорту на треке находилась в Омске. Благодаря договоренности губернатора региона Александра Буркова и президента Федерации велосипедного спорта России Вячеслава Якимова, спортсмены получили возможность провести тренировочные сборы и улучшить свою физическую форму после самоизоляции. Честно говоря, мы немножко побаивались ехать, лететь в город Омск, потому что была неизведана территория и не знали, что нас здесь будет ожидать. Но в связи с тем, что прошел карантин, мы немножко посидели дома, нам было уже не важно, куда ехать. И приехав сюда, мы были очень приятно удивлены. Реально, такой организации и такого масштаба проведения тренировок мы не ожидали. Нам очень понравилось, и все спортсмены, и обслуживающий персонал, все остались очень довольны. С 10 по 12 июля были организованы контрольные старты. Эти заезды позволили каждому гонщику оценить уровень своей подготовки и понять, в каком направлении необходимо двигаться дальше. Здесь хороший трек, понравилось. И учитывая, что это единственный государственный трек международного стандарта в нашей стране, конечно же, приятно тренироваться именно на своем треке, так сказать, дома в России. С собой в целом, да, довольна. Я думала, если честно, что так будет такая моя форма, мое состояние физическое похуже, учитывая, что приходилось тренироваться в домашних условиях. В общем, секундами относительно довольна. Мне хотелось именно, вот была маленькая планка, выйти из каких-то секунд. Я ее смогла преодолеть. Но, понятное дело, это не мировой уровень. Но, опять же, это все у нас поэтапно проходит. Честно, я думала, когда вышла с карантина, что буду намного более худшей форме. Но ничего, получилось все-таки справиться с собой, совладать. Потому что очень тяжело, поверьте, без тренера проводить карантин. Очень тяжело самого себя настраивать, что это нужно только тебе. У меня такое среднее рабочее состояние. Но я на тренировках редко, когда быстро езжу. Мне очень сложно психологически настраиваться на тренировку. У меня, как правило, когда проходит соревнование, да, там уже такой эмоциональный фон поднимается и получается мобилизовать себя. Но в целом я доволен. Надеюсь, что да, что мои лучшие результаты еще впереди. Конечно же, в голове прежде всего цель – это Олимпийские игры 2020, которые пройдут в 2021 году. Сами, значит, название оставили прежним. Естественно, что будут какие-то проходящие еще соревнования, но основная цель сейчас в голове держится – это вот Олимпийские игры, которые, надеюсь, состоятся через год. Результатами первых сборов и временем, показанным на контрольных стартах, остался доволен и тренерский штаб. Результаты показали сегодня довольно хорошие, я назвал бы так, выше среднего. Вот. Но в целом оценка так, на четверочку. На четверочку сегодня поработали. Велотрек прекрасный. Геометрия велотрека, то есть если углубиться в специфику, геометрия велотрека, она достаточно сложная. Но если ты научишься на этом велотреке ездить быстро, то на других ты будешь ездить еще быстрее. Безусловно, Омск будем рассматривать. И я думаю, что, наверное, будет это один из как раз таки из основных вариантов для финальной заключительной подготовки уже непосредственно к Олимпийским играм.